зале реально полный аншлаг. Сегодня мы на 12-м ДОДА съезде собираемся для того, чтобы рассказать о наших результатах за прошедший год и, конечно, в первую очередь поделиться нашими планами. Ребят, сегодня был реально крутой съезд партнеров. Я думаю, что это один из самых лучших съездов партнеров за всю историю Додо Пицца. Этот съезд мне запомнился тем, что моя команда, команда HR Евразии, собрала стойку продаж примерно за 6 часов и настроила коктейльную станцию на китайском буквально за один день, чтобы она сегодня работала и чтобы наши партнеры могли попробовать эти новинки. Представляю вам пицца-принтер. Он печатает с точностью до грамма. Никаких перекладываний сыра. Соус всегда дотягивается до борту. И мы хотим быть первыми, кто начнет внедрять подобные штуки в пиццерии. Смотрите, какая классная штука получил. Я нажал всего одну кнопку. Меня в этом съезде впечатлило главное самое, конечно, это люди. Зарядился огромной энергией, сгусток прям проникает через себя. Спасибо большое, друзья, все, кто приезжают. Сделайте все, чтобы приехать на следующий съезд. Мы очень ждем, это зажигательное мероприятие, и присоединяйтесь. Всем привет! Меня зовут Наталья, я лидер направления ERP. В ERP мы занимаемся всем, что касается доставки, производства, геолокации. У нас есть своя продуктовая лаборатория, где мы тестируем гипотезы, которые принесут эффективность в пиццерии. Все наши усилия направлены на то, чтобы создавать инновационные продукты и внедрять их в бизнес наших франчайзи. Сегодня на съезде мы показываем эту прекрасную, на наш взгляд, террасу. Надеюсь, что на ваш взгляд тоже. Эта концепция вдохновлена турецкими рендерами. Мы попробовали ее сделать в первый раз и представили вам ее сегодня здесь. Это не финальный вариант концепции в России. Мы сейчас вдохновляемся, ждем ваших мнений. И, конечно, к следующему сезону ресторанов обязательно представим вам новый, обновленный концепт террасы в Додо Пицца Россия. Всем привет, меня зовут Алексей, я операционный управляющий компанией Mover. Здесь у нас представлены два велосипеда. Мы с вами работаем с точки зрения выдачи велосипедов в аренду и их полного обслуживания. Быструю подмену велосипедов, если они вышли из строя. Соответственно, у вас увеличивается скорость доставки. Я думаю, можно провести параллель как раз Dodo X2. Вы можете увеличить скорость доставки X2 с помощью наших велосипедов, потому что они будут для вас постоянно в строю. Меня зовут Виктория Квист, я лидер команды производственной модели. Сегодня за моей спиной происходит нечто невероятное. Мы презентовали часть производственной модели, на которой можно попробовать тостер, который хранится 6 дней, приготовить его за 2 минуты, приготовить на коктейльной станции при помощи QR-кода из 9 ингредиентов более 18 напитков, а также все получить на ультракрутой и умной выдаче. А также, обратите внимание, можно сделать заказ самостоятельно, без помощи кассира. Я когда увидел первые, вот просто показали машинку с упаковкой, я просто знаю, что это такое. Как только я ее увидел, сказал: о боже, в Додо будет упаковка напитков. Для меня это просто новый этап, новый уровень. Наградить такими классными медалями. Только что у нас завершилась секция про людей. Это самая заряженная секция была вообще на этом съезде, потому что выступали партнеры, ребята из команд партнеров, был приглашенный спикер. И реально было очень много вопросов от наших коллег, потому что тема людей волнует всех. Мне очень понравилось вот это настрой ребят, да, что было много вопросов, все живо интересуются этой темой. Я понимаю, что это не зря, что мы все понимаем, что люди – это основа.
люди, одна из самых таких важных и нужных задач, которые нужно решать, кадровые задачи. Прямо сейчас и прямо сегодня нужно вкладываться в нематериальную мотивацию. Приятно видеть, что у всех растут коллективы, растут города, количество наше растет, и от этого воодушевление. Вот здесь атмосфера ваша, она действительно X2. Мы проводили в первый раз панельную дискуссию с привлечением внешних гостей, с которыми бизнес-девелопмент познакомился за прошедшие полгода. Кажется, что это лучший съезд был за последние 4 года, которые я в компании, наверное, точно. Говорили про самозанятых курьеров, про дробление, налогооптимизацию и рассказали об изменениях в налоговом кодексе, которые наступят в 2025 году. Нам с вами пора тусить, пора зажигать.